слава тебе. Ты дивно велик. Ты любишь создание свое, единый вечный Бог любого. Слава тебе, Иисус, и все за милости твои. Благослови это место и всех приезжающих и отъезжающих. Посвяти болящих, парализованных, на операции, заключенных за слово твое. Утеши твоим присутствием слепых, немощных, покинутых. Уврачу их раны. Тебе, Господи, слава. Тебе хвала, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Вот я заметил, мы вылазили, а где она у меня? А я вижу, она большой кусок взяла. Это ничего не значит. Она худенькая, может быть, где-то не доела, так что ее не осуждайте. Я поварам сказал, дать ей первую, вторую, третью, другую. Это одна нога поранена у нее, нога у нее вставочка, а другая хорошая нога. Так что дайте ей добавку, поешь. И дать хочешь? А что такое? Ты за стол садился без руководства. Это нарушение, пузанчик. А? Выровняй спиночку, колесо твое выровняй осанку. Вот смотри, сразу меньше полет. Голова все время вот так. Осаночку я должна выровнять. Ну что после обеда мы будем делать? Занятия проводить. Проводить. Так, кино кто хотел посмотреть? Да, это не это. А это которое я показывал утром. Ну маленько так. А какое хотели? Пробас! 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 Ну кино, которое фильм снимает, который фильм. Качество фильма желает лучшего. Качество, потому что затертое, мы снимали не с оригинала. Про японцев вы хотели показать, а? Про японцев хотели показать. Про японцев это надо видеть, только найти, у меня оно не снято. И еще и найти, у вас все равно просили я давить. Не могу я найти ее где она, надо поискать. Но сейчас-то компьютер у вас свободен, можно через интернет найти. Так, может быть вас водить на экскурсию голубям? Да! Ну а занятия-то, Игнатий, занятия-то что? Ну придут сейчас и занятия, фильмы, потом занятия. Надо обуваться? Надо обуваться.